Откройте, Аском! Ну, здравствуйте, рядовой. Ух, и устал я сегодня. Кирилл? Ха. Ну-ка, рядовой, рассказывай, что случилось. Ничего, не хочу я больше. Чего не хочешь? Быть рядовым! И в Аском я больше быть не хочу! Так, с этого места подробнее. Я на Сибирской был! Видел, как солдаты зеленку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили, зеленку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал, и разберусь. Ты говорил, что Аском защищает людей, а вы у них зеленку забираете. Почему? Это сложно. С зеленкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зеленки много, и раздавать тем, кому не хватает. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Нет. Конечно, нет. Несправедливо будет. Вот видишь, понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Ну, если бы у меня зеленку забирали, я бы тоже не радовался. Но теперь понимаю. Вот и хорошо. А эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно! Пусть извиняются! Вот и отлично. Кстати, о зеленке. Давай-ка, брат-храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Готово. Кирилл, это Мельник. Как связь? Прием. Слышу вас, товарищ полковник. Небольшие помехи. Прием. У меня тоже. Я на Сибирской. Тут была последняя линия обороны. Прием. Да, я сам не видел, мне папа рассказывал. А как раз перед тем, как мятежники на последний штурм пошли... Пап, тебе точно надо идти? Ты же не отдохнул совсем. Мятежники наступают. Не до отдыха. Мятежники? Скажи, пап, если мы, Аском, защищаем людей, зачем им врать? Ого. Ты повзрослел, рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь... сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому ее можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком и поэтому может принимать решения. Иногда неприятные решения, но так нужно. Командование думает обо всех, а гражданские только о себе.
Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Но это для их же блага. Понимаю. Но все-таки страшно так думать. В жизни много страшного. Но я неплохо тебя воспитал. Ты сильный и храбрый. Справишься, но мне пора. Иди домой, пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник! Сержант, проводите. Есть! Пошли, Кирилл. Ладно. Удачи, папа! Тебе тоже, сынок. Товарищ полковник! Прости, Слав. Я знаю, тебе деваться было некуда. И если бы я тогда не сказал ничего, они бы не поверили, что кто все нашли. Кто старый помянет? Ни у меня, ни у тебя выбора не было, Петрович. Тебе тоже удачи. Увидимся на поезде. Спасибо. Здравия желаю, товарищ полковник. Стоите! Вперед на позиции! Есть! Детонатора и рвануть.
Лейтенант, я сейчас к взрыв машинки, а вы прикройте. Есть! Хлебников на связи. Штаб слушает. Один заряд не сработал. Черт. Отходите на Сибирскую и держитесь там. Больше надеяться не на кого. Есть держаться. Конец связи. Товарищ полковник, они взорвали ворота. Рут с поверхности. Держимся тут! До последнего!
Подкреплений не будет! Или мы их, или они нас! Конечно, мы их! Дадим им прикурить! Усиду, мы готовы! Идти можете? Что происходит? Гарзы! Сволочи! Гарзом травят! Уходите все! Держитесь, товарищ полковник! Надо доложить генералу. Товарищ генерал, настал! Операция закончена. Исполнители устранены. Готов к эвакуации. Ах ты, сволочь. Что значит уехал? Без меня? Что происходит? Обеспечение эвакуации. Эвакуация? Бойцы, гражданские, ты же их всех убил! Кого теперь эвакуировать? Слав, зеленке осталось только на командование, понимаешь? Остальные обречены. Агас, просто чтобы быстрее, и понимаешь? Ты знал, знал с самого начала, знал и молчал, сука! А у меня что, был выбор? Да и какая теперь разница, они уехали. Вот только меня они бросили зря. Петров! Петров! Они уехали, без нас! Серегу мне дай, быстро! Как? Погиб? Серега, сынок. Значит так, Петров, в большом сейфе РПГ. Бери и бегом на старую развилку, там перехватишь, понял? Выполнять! Ну и что теперь? Что хочешь, а я все сделал. Прощай, Слава.
Папа? Папа? Дядя Толя? Он что, себя убил? Почему? Не смотри туда. Прости, что я приказ нарушил. На станции стреляли. Много. Потом затихло. А тебя все нет. Я боялся, что случилось что-то. Пошел тебя искать. Слушай, я тебе утром рассказывал. Кому можно знать правду, а кому нет. Забудь. Не нам такое решать. Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага. Вот поэтому он и умер. Понимаю, папа. Молодец. А теперь... идем домой. Кирилл, это Мельник. Я у входа в бункер. Понял вас, полковник. Там связи не будет, так что будьте осторожны. Спасибо, Кирилл. Конец связи. Сосна и Альха, ответьте, прием. Альха, Сосна на связи. Рядовой, я захожу в бункер. Пока я там, связи не будет. Сколько пробуду внутри, не знаю. Когда следующий сеанс? Полдень, товарищ полковник. Аккумуляторы? Держу заряженным. Дверь? Запер. Печенку съем. Слизь сжигаю. На грязной станции не хожу. Пап, ты мне натурально шпаргалку оставил. Если не, сейчас читаю. Читай, читай. Повторение – мать учения. Все, Сосна. Конец связи. Понял вас, Альха. Конец связи. Сосна, ответьте, прием. Сосна на связи, прием. Я очень люблю тебя, сын. А я тебя, пап. И печенку чтоб ел. Обязательно, понял? Конец связи. Thank you.
Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Перезапуск системы. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Внимание! Биологическая защита реактора нарушена. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Реактор будет заглушен. Изоляция реактора нарушена. Переключение на резервное питание. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Резервного источника питания. Переключение на главный. Необходим перезапуск системы. Подготовка к перезапуску выполнена на 20%. Подготовка к перезапуску выполнена на 50%. Подготовка к перезапуску выполнена на 80%. Главного источника питания. Всему персоналу немедленно
персоналу немедленно покинуть комплекс. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Так, давай рассказывай под запись, как все было. Ну, мы спустились на второй уровень. Входим в зал какой-то. Не очень большой. Электроника старая стоит, всякое такое. Стали продвигаться. Клювами не щелкали, осторожно, по правилам. Все как положено, короче. Там, в общем, все тихо, но только мы до середины дошли. Уроды как попрут со всех сторон. С потолка, из стен, где кабельное хозяйство всякое. Раз, и мы в окружении уже. Петров, он старше был, дал команду, мол, в круг держим оборону. Мы из огнеметов по ним дали, твари попятились. В общем, хорошо все было, под контролем. А потом на шум старовилла пришел, сверху откуда-то. Мы понять еще не успели, что случилось, а он уже и уродов поломал, и наших половину. Старшова сразу всмятку. Санька Малова отбросил так, что тот головой о колонну приложился. Сразу видно, не жилец. Здоровилу уроды отвлекли. Он их давить пошел. А мы с Шилом бегом к выходу. Бежали вдвоем, а добежал я один. Что с ним стало, не знаю, не видел. Всему персоналу вот. Немедленно вот покинуть все, комплекс. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Необходим перезапуск системы.
Подготовка к передовой выполнена на 80%. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Необходим перезапуск системы. Подготовка к перезапуску выполнена на 40%. Система перезапущена. Включение главного источника питания. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание. Сбой резервного источника питания. Медленно покинуть комплекс. Персоналу немедленно покинуть комплекс.
Необходим перезапуск системы. Я иду, Кирилл. Сейчас. Немного отдохну и пойду. А просто устал. Очень.
Вот ты где, брат. Нашел карты и отдохнуть присел. Понимаю. Мне и самому отдышаться нужно. Так железки эти натирают. Главное, не засидеться тут с тобой. Меня сын твой прислал. Сказал, где искать. Он молодец. Боец. Хороший. Постарался он. Дети. Все ради них. Я вот ради дочки тут. Умница, красавица. Сильная, добрая. Не передать, как горжусь и как люблю, а высказать не могу, не умею. Пытаюсь быть отцом, а из меня командир лезет. Будто показав любовь, слабость свою обнажишь. Не только перед ней. Тот же муж ее. Он ведь мне даже нравился сначала. Но как же бесит, что ему правду знать надо. Его дома лучшая на свете женщина ждет, а он головой не за грош рискует. Нормальные люди хотят, чтоб в похлебке грибов побольше, дома тепло, да дети здоровы, а ему правду подавай. Позволь, я на карты взгляну. Ох, я на него и злился. А потом посмотрел на мир и по-другому на жизнь свою прошлую взглянул. Особенно, когда твою историю узнал. Прямо себя увидел, прошлого. Мы ведь оба служили большой лжи, потому что убедили себя, что так надо. И если бы не зять мой, то и закончил бы я, как ты. Зато теперь в кои-то веки в моей жизни есть смысл, потому что я могу, наконец, взглянуть правде в глаза. Думаю, ты меня понимаешь. И спасибо тебе за карты. Не думай, что все было зря. Ты всех нас спас. А Кирилл, я передам ему часы и прослежу, чтобы он выбрался из этой дыры. Обещаю. Ну, мне пора. Прощай, полковник Хлебников. Спи спокойно. Артём, держись. Держись, сынок!